И всем привет, ребят, с вами Мистер Вайк, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, а именно обзору новых устройств, которые появятся в нашем ивенте. И сегодня мы вместе с вами протестируем устройство на пушку Гаусс. И это будет Гаусс на дальность. Да, я, честно говоря, склонялся на протяжении долгого периода времени о том, что это устройство является слабым, и оно не нагибает от слова совсем. Но меня решили переубедить и сказали, что с этим устройством сейчас есть возможность супер жесткого нагиба. Так ли это на самом деле? Сегодня мы вместе с вами это все дело узнаем. Ну а если вам нравятся подобного рода видеоролики, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал. Ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого у нас только игровой аккаунт, установите мой личный так ТМП. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заплатите форму, которая есть в описании. Пикаем мы вместе с вами быстрый бой. Нас интересует исключительно большая карта, где мы вместе с вами постараемся реализовать этот Гаусс на дальность. По параметрам этого устройства и по сравнению от Глеба Булыча, он мне сказал, что это устройство на сегодняшний момент времени является самым сильным устройством на дальность. Самым сильным устройством на дальность. Но в бой нас, конечно же, не пускает с первого раза. Попробуем обновиться. А что, если с первого раза не пустили, может быть, со второго нас пустит раза? Не знаю, что там произошло. Но какой-то сбой соединения сервера у меня появился. Так, ну и запикивает меня на магистраль. В целом, наверное, не супер большая карта. Но попробуем реализовать, посмотрим, что из этого получится. То есть, уже со средней дистанции у этого Гаусса появляется возможность наноса максимального урона. И она, дальность, чуть больше должна быть, чем дальность у рельсы. Да, чуть больше дальность, и уже проходит максимальный урон. При этом перезарядка выстрела довольно-таки быстрая. Да, играем исключительно обычными выстрелами. Играем без сводок, потому что именно обычными выстрелами у вас появляется супер быстрая перезарядка. И за счет этой быстрой перезарядки у вас есть возможность очень быстрого наноса большого количества урона. Поэтому пробуем, смотрим, что из этого получится. Первых 3 кило есть, я взял бустера, чтобы у меня урон был еще и побольше. Ну и в принципе, исходя из того, что я вижу, перезарядка и вправду довольно-таки быстрая у этого устройства. И можно этими обычными тычками очень некисло накидывать. Учитывая тот факт, что у нас есть и гром на дальность, который я в последнее время тоже использовал, то скажу, что громчик до таких скоростей не дотягивает от слова совсем. Блин, ну и правда, реально имба какая-то. Реально какая-то имба. Реально Глеба Булыч не развел меня. Это реально какая-то имбища. Офигеть, а что это за прикол? А когда это Гаусс на дальность стал имбой? У меня уже 9 киллов. 10 киллов. У меня еще его удишка есть, если что. Сейчас мы еще и оуди реализовывать будем. Нифига себе. Вот это прикол. Вот это прикол. Вот это урончик. Вот это скорость снаряда. Вот это навалочка. Вот это развальчик под движуху. 2-300 стычки. Очень некисло. Пока что все это дело выглядит. Так, здесь смока. Мне бы где-то еще овердрайв прожать. Где-то бы еще бы оуди прожать, это у меня оуди уже 40 лет набит. Блин, ну реально очень пока что удивительно для меня вообще работает это устройство. И по урону выглядит прям реально тоже очень и очень достойно. Вообще мы можем попробовать встать сверху на мосту по центру и от моста сыграть. 2000 тяжелый танк уходит на респ, если он без ДА. 2000 на респ без ДА, с ДАшкой 3 выстрела. 3 выстрела, если аптечку не прожимает противник. Но, ну это очень жестко. И со средней дистанции, чуть больше средней дистанции, уже максимальный урон вылетает. Уже вылетает максимальный урон. Офигеть. Да, это круто. Так, ладно, делаем уже малого.
Смотрим на урон под оудишкой. Противник особо сильно не открывается под нас. Но пару киллов я дал. 17 киллов у меня уже. 17 киллов. Вон, очень быстрая перезарядка. Прям молниеносная перезарядка. Офигеть, это лютая имба. Это просто лютейшее имбище. Просто лютейшее имбище, о которой никто не знал. Я уверен, что игроки, которые имеют сейчас это устройство у себя на аккаунте, они даже не знают, что у них есть вот такая имба лютая. Надо было, кстати, посмотреть. Может, у меня это устройство на основном аккаунте есть? Я не получал, а то я сразу зашел на это так и даже не посмотрел, есть ли у меня это устройство на своем основном аккаунте. Может, у меня на основном аккаунте есть это устройство? Может, эта имба у меня есть на основе? Надо было посмотреть. Но выглядит прям очень жестко. 18 киллов, ребячки, за сколько получается? 4,5 минуты. 18 киллов. Так тут есть возможность по 50-60 киллов просто за бой давать. А если у меня будет какая-нибудь здоровенная большая карта, еще и удобная карта, то накидочка будет еще вкуснее. У тебя практически каждую секунду есть возможность наноса урона. Да? Практически каждую секунду у тебя есть выстрел. То есть перезарядка очень быстрая. Очень быстрая перезарядка. Прям очень круто. Выглядит прям очень круто. Так, только нам надо еще не слить эту катку досрочно. По 2-300 стычки. По 2-300 стычки, ребячки, залетает. Васпик здесь выжимается. 21 на 2 у меня по киллам. 70% овердрайва. Попробуем еще быстро пореализовывать овердрайва. А то первый овердрайв я передержал довольно длительный период времени. Здесь по 900. Здесь 400. Ну да, режется урон. Режется урон сильно довольно-таки. Но на дистанции прям выглядит очень круто. Жмем просто ДД с респа. Пробуем быстро набрить типов, которые на мосту. 2-300 стычки. Просто жесть. 2-300 стычки, ребячки. 2-300 стычки! 2-300 стычки залетает. Офигеть. Просто офигеть, ребячки. Вот это прикол. Вот это прикол, так прикол. Вот чего-чего. А вот такой темы ожидать я точно не мог. Ожидать такой темы я точно не мог. Так, 90%... Ой, 90 уже точек у противника. Нам надо быстро захватывать точки, чтобы эта катка завершилась недосрочно. Поэтому... Ой, надеюсь, тиммейту не помешал. Ладно, не помешал. Так, ну и нам надо куда-то овердрайв жарить. Да, давайте в упор даю. Смотрим на упорчика урон. От упора просто. Без дальности. С дальностью просто по 2500. Ой, я четверочку залепил последним выстрелом просто через всю карту. Блин, ну это жестко. Если на дистанцию давать, то выглядит прям очень сильно. Здесь противничек откроется под нас. 2300 в тычку. Просто 2300 в тыкву. И от Гаусса 0 резов, да? Да, 0 резов от Гаусса. Просто никто не использует резисты от этой пушки. Все считают, что это просто мертвейшая пушка, которая ничего не может. 30 киллов у меня, ребячки, за полбоя. 30 киллов за полбоя. Против, к слову, штурмовая кассета 34. Штурмовая кассета тоже в порядке. Но здесь больше, наверное, ей давали поиграть. Сейчас посмотрим, что будет до конца этого боя. Но через всю карту по 2300 это, конечно, очень жестко. Это очень жесткий урон. Посмотрим, что будет дальше. Так, пробуем накидывать здесь. Вот эта дистанция считается маленькой. Ну и по резисту здесь можно было бы взять тоже что-то другое. Ничего я не переодел. Овердайв с викингом-драйвером копится довольно быстро. То есть если поймать какую-то здоровенную карту, здоровенную карту на контент, то как будто бы с этого устройства можно давать по 60-70 киллов. То есть за чуть больше половины боя с досрочкой я делаю 32 килла за катку. 32 килла за бой. И вот эта вот молниеносная скорость перезарядки, она выглядит нереально жестко. Нереально жестко. И есть ощущение, что это реально супер имбовое устройство. Прям супер имбовое устройство, которое на дистанции будет мега-мега сильно полезно. Ну да, вот таких вот крипов наших он на этой смоке и сливал. В принципе, как-то так. Как-то так. Я думаю, что мы даже не будем пикать еще один бой.
В принципе, по этой катке я все понял. И могу сказать, что это то устройство, в котором есть сила и есть смысл. Главное, чтобы его, конечно же, не занерфили быстро. Но устройство выглядит прям реально очень и очень жестко. Поэтому, если у вас есть такое устройство на своем аккаунте, обязательно зайдите, посмотрите, во-первых. Да, если оно есть, то обязательно советую его обкатать, протестировать и понять, что это новая лютейшая имба. Пишите, что вы думаете по поводу этого устройства. Обязательно поддержите данный видос лайком, если он вам понравился. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну, у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.